Итак, добрый день, любители охоты, любители оружия и всего, что с этим связано. Да, давайте сегодня мы с вами поговорим о зверях, о повадках зверей, которые обитают в горно-таежной местности. Ну, для начала, я думаю, надо рассказать о том, как получилось так, что вот я начал заниматься охотой именно вот в горах. Ну, не такие горы, да, у нас здесь на Урале, как горные бараны там не водятся у нас. У нас горная тайга, то есть ущелья, скалы, горы, холмы, сопки. Все это покрыто лесом, еловым, черным лесом, разнообразным. Реки, горные, быстрые потоки. Вот примерно такая местность. Значит, ну как-то, наверное, лет около 10 назад охотился я исключительно на уточек, на зайчиков, на лисичек. Ну и как-то вот компания одна пригласила меня на охоту на рябчика в горы. Осенью уже было поздно, конец октября, пригласили поохотиться на рябчика. Вы знаете, я просто был поражен, да, пейзажем, природой. Понял, что наконец-то вот оно то место, куда надо ездить на охоту, что вот я попал в Эльдорадо, здесь все, что надо. То есть полностью вот я почувствовал, что я оказался в своей среде. Когда увидел все это великолепие, красоту, решил, что ну все, вот я и сюда и буду ездить всю оставшуюся жизнь, наверное, на охоту, да. Мне очень понравилось. Местность изменчивая, следов много, зверья много. Конечно, разнообразие не такое большое, видовое, да, но вот звери обитают. Просто вот столкнулся, знаете, с другой средой обитание, не степь. Повадки зверей даже одних и тех же по-другому, все по-другому происходит. Ну вот первое, значит, да, что кинулось в глаза, это горные ручьи. Они перегорожены плотинами бобровыми. Бобра много, то есть буквально, наверное, на каждые 5 квадратных километров 2-3 плотины, 2-3 семьи живут. Очень понравилось, знаете, с камерой очень много часов просидел на бобровых плотинах, снимал жизнь бобров, зверей, которые подтягиваются, значит, все, что происходит вокруг бобровой плотины, это как магнит своего рода. Много снимал, наблюдал за повадками, как они строят дома свои, знаете, вот где-то в берегах норы роют, где-то посередине на островках вот бобровые хатки, ходы вот эти вот ихние в ущелье, которые расходятся, кормовые, да, запасы, которые они вот себе делают. За этим на самом деле очень интересно наблюдать. Вот, ну, много охотников ездит, конечно, к нам в горы на бобра, да. Вот честно, до того, как я попал в горы, на реках, там, на озерах бобров я стрелял. Много перестрелял их, много добыл. И шкуры выделывал, значит, и готовить из них пробовал. Ну, вот когда попал в горы, посмотрел, как это все происходит вот в горах, когда вокруг скалы, ущелья, тут бобровая плотина. Это перестал я стрелять бобра. Ну, просто уже, знаете, честно, рука не поднималась. Я не гуманист, не пацифист, но вот когда видишь все это, уже рука не поднимается стрелять бобра. Люди ездят, охотятся, стреляют. Кто-то там такими вообще варварскими способами начинает ломать плотины, спускать в воду, сидеть там ждать, когда бобер вылезет, ее чинить ночью. Ну, на мой взгляд, ну, охота, конечно, но вот как-то, ну, не знаю, мне кажется, человек, когда ничего другого в тайге добыть не может, только от этого начинает вот этим заниматься. Вот. Либо какая-то действительно увлеченность там продуктами бобра, там какой-то бобровой струей, мясом, шкурой, не знаю, там мехом, чем они занимаются. Ну, стреляют, стреляют, ладно, я не осуждаю. Ну, вот, на мой взгляд, конечно, бобров везде много. Зачем ехать в горы, чтобы убить, там, добыть этого бедного бобра? Вот. Ну, зайцев обитает много. То есть, ну, как-то тоже на зайца специально не охочешь. Так гуляешь по путику, либо капканы проверяешь на куницу. Ну, где-то встречается заяц, иногда стреляю, если возможность есть. Ну, тоже специально не стреляю. Вот за зайцем не хожу. Есть заяц, могу выстрелить. Вот. Осенью добыл зайца из карабина, то есть выстрелил. Получилось так, что сел заяц, сидит, смотрит, сидячий далековато. Ну, прицелился, попал, все хорошо, зайца добыл. На бобровых плотинах также, знаете, вот много уток
плодится разных. Крикаш прилетает, там чирочки различные. Вот бывает, подойдешь к плотине, там утята плавают. Вот в камышах в этих как бы местность позволяет, корма хватает, укрытие есть, людей нет, прессинга какого-то нет. И утки вот, в горах у нас тоже выводят свое потомство. Вот. Ну, лось есть, медведь есть, много следов, да, переходов, все это видно. Ну, вот лось-медведь, знаете, тоже они как-то пропадают они периодически. Бывает, вот один год был, вообще лося не было. Я не знаю, куда он ушел, там, на дальний кордон, или куда там, или на Джаба-Пойнт куда-то. Ну, вот пропали следы, и все, видимо, сместился куда-то лось. Медведи есть, но один год больше, один год меньше пропадают тоже. Плюс вот как-то пару лет назад какая-то группа любителей бездорожья там повадилась в охотугодье на квадроциклах кататься. Ну да, я понимаю, тоже красиво, природа, великолепие, охота посмотреть. Но вот они своими квадроциклами распугали, расшугали, разогнали всю дичь. То есть вот приезжаешь на охоту, какой-то полон надежд в нетронутые края, тут следы от квадриков, и понятно, что это все было недавно, это что... Дичь разогнали, и охота впустую, ты уже ничего не увидишь, не услышишь. Причем люди такие, видно, далекие от природы, знаете, вот едут строго по дороге, пусть она там плохая, раздолбанная, заросшая, но с нее не сворачивают. И даже если слазят с своих квадроциклов, допустим, поесть, делают это прямо на дороге. То есть шаг влево, шаг вправо, они боятся тайги, боятся куда-то углубиться. То же самое, конечно, не в камеру будет сказано, но и в туалет сходить то же самое, они с дороги не отходят, да. Вот так вот. Видимо, свои следы пребывания боятся в тайге оставить. Вот. Ну, вот лисы почему-то нет, честно, не знаю почему. Никогда лис не видел, следов лисьих не видел, не могу этого объяснить. Раньше был кабан, то есть, когда я начинал там охотиться, был кабан, сам видел кабанов, видел кабаньи следы, следы жизнедеятельности. В последнее время кабана нет также. То есть либо он ушел, либо его выбили. Но выбили вряд ли, такие просторы, там просто невозможно. Что-то, видимо, вот какие-то действительно инфекции, болезни, о которых все говорят, кабана выкосили у нас в угодьях. Кабана нет. Вот. Осенью, каждую осень, каждого года с выпаданием первого снега появляются волки. Где они до этого, я не знаю. То есть никогда летом ни на каких вымоенных там на дорогах мокрых после дождя следов я не находил волчьих, не видел вообще. Ну вот осенью выпадает снег, появляются, значит, волк начинает гонять лосей. То есть много я наблюдал, ходил по следам, как лоси гоняют, убегают в смысле от волков, волки гоняют, зажимают к дороге, загоняют на скалы, на утесы. Ну вот на самом деле-то интересно по следам зверей походить, посмотреть, как это все происходит. Волки делают засады на бобровых плотинах, на бобров. То есть, опять-таки, приходишь, начинаешь читать следы, видно, что располагаются они в форме треугольника вокруг бобровой плотины. Ждут, значит, бобер вышел, пошел. Один волк отрезает его от воды, чтобы бобр не мог добежать до уреза воды, плюхнуться. Остальные нападают его. Следы возни, знаете, вот попадаются. Кровь, кишки, потом... Пришел, значит, один раз потаск такой прям следа от бобровой плотины пошел, буквально недалеко, метров 30 прошел, вверх по склону горы лежит бобр, половина, вернее, бобра, верхняя часть вот, с грудной клеткой, все потроха выедены, потрогал, бобр горячий. То есть вот охота была у волков ночью, видимо, вот меня не услышали, как я приближаюсь, бросили его и скрылись. Волк осторожный зверь, на глаза не попадается. Вот. По следам волка ходили, значит, тоже любит он заходить на скалы, на утесы, значит, сверху все осматривать, вот владения какие-то. Тоже очень интересный зверь. В горах у него повадки свои особенные. Куницы много. Но куницу вот стрелять никогда не стрелял из ружья. Куницу в основном капканом добываю. Нельзя тоже сказать, что прям я увлечен капканами там с головой, целенаправленно только капканами зим. Нет. Ну, знаете, иногда ставлю, чтобы просто по путику было веселее идти гулять. Ну, заодно капканы привяжешь, как-то веселее. Много их не ставлю, немного их у меня, их там, знаю людей, которые ставят 100, 500, которые ставят капканов, я таким не занимаюсь. Куницы в основном у нас не крупные, среднего размера, хотя вот товарищ мой, знаете, видел один раз куницу,
Он говорит, держал даже ее на мушке, стрелять не стал, побоялся стрелять, то, что выстрелом распугает там крупную дичь. Но по его словам, а врать он не любит, это очень надежный человек, куница, по его словам, была размером как хорошая-хорошая лиса. Вот честно, я таких никогда не видел, у меня как-то вот всегда такие маленькие. А у него прям огромные куницы. Он говорит, она по склону бежала, на прицел ее в карабин взял, добежала, чуть ли не под ноги ему увидела. Смотрела, смотрела на него, развернулась, не поняла, что такое увидела, и убежала. Вот. Ну и как бы с чего все изначально-то и началось у меня в горах охота. Из-за рябчика. Ну, рябчика, конечно, тоже. То много, то пропадает. Вот год от года, не понимаю, с чем связано. То ли с кормовой базой, то ли тоже болезни какие-то, да, птичьи, гриппы какие-нибудь. Но рябчик, в принципе, есть. Есть рябчика, стреляем, когда сезон охоты на уже копытных закрывается у нас, лицензии все реализованы, а дома сидеть скучно, охота пойти в лес погулять. Да, ездим и рябчиков стреляем. Веселые занятия, интересные, опять-таки, на природе погулять. Вот, ну, наверное, вот это вот все, что хотели рассказать. Если как-то стало интересно, подписывайтесь на наш канал. Будем еще много интересного всего рассказывать. Да, конечно, мы в своих видео ничего не ломаем, не крушим. Ну вот, мы считаем, что надо к природе, к вещам относиться бережно. Никакие обзоры там разрушительные мы не делаем. Мы говорим о природе, об охоте, об искусстве охоты. Я уверен, что каждый настоящий охотник понимает, что это все-таки искусство охоты. Это образ жизни. То есть, если мы выбрали себе это увлечение, то мы этим занимаемся. Я лично от этого получаю огромное удовлетворение. Надеюсь, что вы тоже.